Заметил движение? Джедай! Конечно, вот и все. Теперь... А, черт! Нужно проверить. Беги, Тим. Никак не откроется. Иди, нужна помощь. Чернях тут такие. Гребаные ублюдки. Ты
Как тебе там? Кордова считал, что ключ к хранилищу на Датамире. Ты нашел своего Вуки? Ага. Но дела там внизу плохи. Империя повсюду. Инквизиторы? Ну, Трилы. Второй сестры. Пока нет, но она все еще преследует нас. Я победил девятую сестру. Когда меня схватила Империя, я держалась. Я поклялась себе, что скорее умру, чем заговорю. Но затем эта темная тень пришла. И это было хуже любого кошмара, который я могла представить. Но я еще держалась. Но в конце я все же сломалась. И выдала им Трилу. Да, я знаю, что уже никак не могу исправить это. Но, Кэл, у нас еще есть шанс спасти других, тех, кто в Галакроне. Так, ладно. Девятая сестра говорила о том, что стать инквизитором — это неизбежность. Но ты прошла через то же, что и она, и не присоединилась. Кэл. Все хорошо, Церы. Мы найдем Галакрон Кордовы. Эй! А ну, убери лазер от моей еды! Ну, можно слетать на Датамир. Задаю курс на... Погоди, ты хочешь на Датамир? Удивлена, что Кордова летал туда. На то должна быть причина. Как прилетим, я из богомола и носа не высуну. Местный свет точно сожжет мою кожу. Раньше здесь обитала мощная группа владеющих силой, известная как Сестры Ночи. Они владели силой? Как джедаи? Нет. Эти ведьмы жили по-своему. Они лгали, обманывали и манипулировали. Ха! Прямо как моя бывшая. Во время войн клонов Сестры Ночи заключили союз с лордом ситхов, а он их предал. В итоге их почти полностью уничтожили. Датамир — опасное место. Нужно быть осторожней. Мне можешь не рассказывать. Приближаемся к месту назначения. Плюхайся, парень. Я на корабле, внутри. Тут стены, тут джедай. Все хорошо, да? Эй, Кел, у вас двоих все путем? Не знаю. Сейчас это не самое главное. Знаешь, Цера в тебя верит. Сказать по правде, сначала ты не произвел на меня впечатление. Я заметил. Смотри, она убедила меня лететь с тобой в самое ужасное место галактики, так что... Да, это правда. Ну, надеюсь, вы двое скоро помиритесь, мы завершим эту миссию и пойдем куда-нибудь посидеть. Я знаю отличный замок на Такадане, где делают лучший кровавый ранкор в галактике. Что же, похоже, у Сорка Торма с тобой счеты. Ха, да ты и половины не знаешь. Как ты вообще связался с этим парнем? Слушай, я вырос без гроша. Конечно, прабабка поддерживала, ну и все. Ты же знал, что от сброда Гоксиона хорошего ждать нельзя. Кэл! Я не джедай. Простым людям нужно вертеться и порой делать неудачные ставки. Понимаю. Если сброд снова объявится, я тебе помогу. Да? Ха. Спасибо, Кэл. Голоден? Кэл, дружище, ты был снаружи. Ты знаешь, где мы вообще? Это не место для отдыха и еды. Я умираю с голоду. Полетели уже.
Не сейчас, у меня дела. А, понятно. Так. А где с ней поговорить могу? Где она? Кэл, у тебя есть минута? Ты многому научился после братки. Но этот путь далеко не окончен. Знай, впереди тебя ждут сложные испытания. Я справлюсь. Я знаю, что ты сможешь. Я этого не отрицаю. Я знаю, что делать. Мне не впервой. Кэл, даже самые сильные джедаи... Я не Трилла. Я не сдамся. Конечно, нет. Я этого не говорила. Тебе не обязательно что-то говорить. Все в порядке, Цере. Правда. Будь осторожен, Кэл. Это все. Эй, знаю, мы не в ладах, но могу я с тобой кое-что обсудить? Нужна помощь. Я слушаю. Я восстановил связь с силой, но мне что-то мешает. Как думаешь, что? Когда я открываюсь, вижу мастера Топала. И при этом ты продолжаешь укреплять связь с силой. Знаешь, о чем это говорит? Что я сам себе худший враг? Что ты должен принять свои эмоции. Тебе нужно время. Цере, спасибо. Я это ценю. Я ничего не знаю о Датамире. Это совсем не удивительно. Большую часть я узнала от Кордовы. У него были свои причины побывать здесь. Похоже на то. Здесь все равно опасно. Будь осторожен, Кэл. Хорошо, что мы там не стояли. Это что за зверь? Ни хрена. Выглядит не очень дружелюбно. Я думаю, мне с ним не обязательно драться, да? Ну, я бы убил его. Еще и последний удар делает предсмертный. Не зря уклонился в конце. Я тебя слышу. Дай взглянуть. Охренеть. Вот мудак. Так, я не знаю. Тут тоже типа исследовать. Ну пойду исследовать. Это что такое? Что это? Спасибо. Паук. Ух ты, вот это место. За мной должок. Какие они противные, эти пауки ваши.
Ага, вот сюда. Посмотрим, что ты нашел. А там что? Сестра ночи тренируется. Нет, я не хотел падать. Место. Похоже, здесь побывали Зефа. Странно. Вроде заброшенное место, но... Убирайся, джедай. Уходи. Ты ведь сестра ночи. Думал, вы все погибли. Не все. На Датамире тебе не место. Уходи. Я не могу уйти, но... Вдруг ты мне поможешь, я... Постой! Я тебе не враг! По твоим действиям не Стой, похоже! Погоди, я же не... Павший! Это чужак! Хорошо! Так хватит бегать! Подходит! Ближе! Он дрожит от страха! Это боль лишь... Не хотела никого убивать здесь. Видимо, придется. Можно с ним, беги. Дверь не поддается.
Сюда, интрус! Чем так внезапно нападать на меня? Ну так. Пушка заслонила небо? Да. Знаешь такую? Знаю. Летает в полдень. Тревожный знак. Тебе это, джедай! Тебе нет! 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 И не такое бывало! Хочешь заглянуть? Что там, веди. А, я только ХП пополнил. Вот мудаки. Помощь будет, кстати, беги. Мне не пошло. Хочешь проверить? Что это, беди? Иди, помоги, пожалуйста. Ты
что-то привлекло скрытое здесь. Энергия руин? О, славный странник. Смотрю, ты уже познакомился с сестрой Ночь и даже как-то выжил. О, световой меч, нет, не прячь его. Теперь ясно, как ты выжил. Кто ты? Ты не бойся меня. Я странник. Изучаю природу вымерших рас, мертвых философов. Изучаешь сестер Ночи? О, я изучаю всякое. О, да, та сестра Ночи. Она была мала, когда здесь началась война. Вся семья погибла на ее глазах. Что ты знаешь о руинах? Они очень древние. Сестра Ночи и ее клан поддались силе, что там сокрыто. Не ходи в руины. Тебя ждет тоже. И долго ты уже здесь? Достаточно. Этот мир даровал мне веру, когда я в ней нуждался. Убежище, когда я был слаб. Просветление, когда я блуждал во тьме. Ясно. Откуда ты столько знаешь о сестрах Ночи? Наблюдательность. Я многое повидал, оказавшись здесь. Это что значит? А должно что-то значить? Слишком много великих умов сгубила погоня за порядком. Мне пора идти. Помни мои слова. В руинах тебя ждут только смерть и безумие. Залезть можно, но со снаряжением. Умри! У нас все же получилось. А ты умеешь развлекаться. Ты не пройдешь. Отойди. Нет, все же он был прав. Кто? Что? Джедаи, воры и обманщики. Они несут лишь смерть. Назад! Еще раз помешаешь мне, я тебе устрою. Я тебя не трону. Но мои павшие сестры... отомстят за себя. Ну черт. Дури.
зомбаки атакуют. Еще нежить. Покинь это место. Вряд ли я уже подаван. Ты поплатишься за их смерть. Можно с ним, беги. Как ей удается следовать за нами? Цера называла их владеющими силой, но я не видел, чтобы ее так использовали. Лучше нам держать ухо востро. Стоп, а у тебя уши есть? Знаешь, что это за крылатая штука? Надеюсь, и не узнаем. Ничего не умею! Блять, он меня сбросил, я хотел его сбросить. Идем преследование! Так, я там наверх, да, мог залезть. Братьев ночи. Мы приближаемся к деревне.
Не подкинешь Стим? Так гораздо лучше. Помоги, пожалуйста. Вот дебил, я из-за них не увидел. Там погоня была. Дай Стим, беги! Чужак намного сильнее. Сложите оружие, мы должны покориться. Отступись, джедай. Сейчас будет сражение. Хорошие данные. Жертвоприношение, как урок. Thank you.
Должно быть, здесь живут братья ночи. Напрямик? Только если не будет выбора. Его и нет. Хватит тут танцевать! Я уничтожу твою защиту, затем тебя! Меня хватит! Это боль не ж... Тропа у ворот. На помощь беги! Думаю, для Гриза как-то жутковато, но это же Гриз. Хорошие данные.